Привет, друзья. Ну что, у нас сегодня очередная рыбалочка. Хотел, конечно, с утречка вырваться, но, блин, тоже там дела были, короче, так вот. Вырвался сейчас на вечер, вторая половина дня, 2 часа уже дня. Ну, попробую тогда уже хищника погонять, короче. Может, что-нибудь будет, тут около развилки получается. Ну, может быть, посмотрю, может, на озера выйду, если на Немане толком не получится покидать, потому что народу, вижу, тут машин что-то валом стоит. Ладненько, что, уже на воде увидимся. Конечно, правда, сегодня ветерок, блин, погода такая холодненькая. Сейчас, наверное, я не знаю, градусов 6, наверное, 7 на улице. С утречка вообще снег, кстати, шел. Пару крупинок падало, короче, так вот. Ну, холодно на улице. Ладно, посмотрим, короче, погнали. Ну что, ребята, вон ветрище такой задувает. Так вот сейчас, наверное, шум будет конкретный на камеру. Волна вон, вот тут пипец просто. Ну, как на море. Да, ветерок сегодня хороший. Как бы так вот. Ладно, что, погнали. Ребята, ах ты, камера выключена. Домой хочет. Ребята, провод сдох на зарядке, получается, на экшен камере. В общем, вот эту вот щучку поймал, в общем, и все. Поклевки я не понял, на Немане то, что вот лазил, блин, я не знаю, честно говоря, какие-то были ударчики какие-то, то ли непонятно, то ли ветер так колотил аж по удочке. Ну, порыв очень сильный, ветер сильный, конечно, это каюка, как бы рыбалка не в кайф в такую погоду. Как бы так вот. Ну, померз зато. Хватит. Побегал чуть-чуть на длинном озере, тут вышел, щучку эту поймал, как бы, и все. Ладненько, что, ребята, до новых встреч, всем пока.